когда ты появляешься в моей жизни, начинается нездоровая канитель. Ваш сообщник Валеев хранит в одном из банков Гонконга некий документ. Сейчас это тема в мире номер один. Там миллиарды плавают. У нас в Китае с такими типами разговор короткий. Самый страшный враг тот, кто становится тенью. И меня только сегодня два раза чуть не грохнули. Бой с тенью 3. Последний раунд. 23 февраля в 21:00. Премьера на СТС.